Улица Боженко в Одессе. Вот так убирают городские власти улицы, межквартальные проезды. Проехать тут достаточно сложно. Самое интересное то, что на этой улице находится одна из городских подстанций скорой помощи. Сюда привозят больных людей, возможно, у кого-то сердечный приступ. Нельзя ездить по кочкам и так далее. Но вот так вот они ездят. Пока бюджетники и партии регионов занимаются подготовкой митингов, проплаченных и так далее, вот так убирают. Вот скорая помощь. Посмотрите, уважаемые одесситы, как чистят городские улицы. Вы сильно довольны властью? Ну тогда продолжайте голосовать за партию регионов.